международной категории Мукаш Жансалиев. Представляем боксера в красном углу Анатолий Бектов, Кыргызстан. В синем углу Закиров Джахангир, Узбекистан. Да. Ну, приехал он там, помнишь, я же тебе на WhatsApp его телефон все скинул. Сейчас я закончится, как выйду. Сейчас уже заканчивается, выйду, говорю. Да, еще не закончилось? Вот-вот уже заканчивается. Закончился первый раунд в красном углу Алтай Анатолий Бектов, кандидат мастера спорта Орска, область Кыргызстан. 1993 года рождения, боксом. Бектов занимается 7 лет. Счет боям не ведет. Финалист чемпионата Кыргызской республики 2017-2018 годов. Тренируется под руководством заслуженного тренера республики Умурзакулу Абдыганиева.
Боксеры красного угла получают предупреждение за выигрывание капы. Закончился второй раунд. Всемирный гол отыграет Джахангир Закиров, мастер спорта международного класса, Узбекистан. 2003 года рождения, бокс занимается 8 лет. Чемпион мира 2021 года, Польша. Тренируется под руководством Лазиза Закирова. Уважаемые любители бокса, уважаемые зрители, просим не уходить. Сейчас будет награждение по четырем номинациям. Лучший боксер, лучший тренер, лучший судья и номинация лучший айтишник.
В этом бою явным преимуществом победу одержал Джахангир Закиров.